25 миллионов новых авто годами гниют на свалках под открытым небом. Но автопроизводители даже не собираются их продавать и утилизировать. Цена на нереализованный товар уже входит в новые партии продукции мировых концернов. Вы все еще наивно полагаете, что автомобили производятся по заказу, и излишек производства – это всего лишь миф? Куда же должны деваться эти непроданные автомобили? Может, их нужно раздать бедным? Продать за полцены? Разыграть в телешоу? Нет, друзья, эти автомобили просто гниют под открытым небом, а все мировые производители, напротив, продолжают наращивать темпы производства, несмотря на то, что автомобилей больше, чем желающих их купить. По официальной статистике, только за последние 18 лет было произведено 1 миллиард 25 миллионов с копейками легковых автомобилей. Грузовые и коммерческие мы даже брать с вами не будем. Даже если мы поверим, что на Земле нас 7 миллиардов, то на каждого седьмого человека, включая младенцев, приходится по одному новенькому автомобилю. Но ведь до этого тоже производили авто, и далеко не каждый автолюбитель покупает себе новенький автомобиль каждый год. Соответственно, к этому миллиарду нужно прибавить еще кучу легковушек, произведенных в 80-х и 90-х, которые бороздят наши с вами дороги. Кому-то эта информация покажется абсурдной, но это официальная статистика и с фактами не поспоришь. Сегодня впервые будет опубликована статистика производства и продаж автомобилей. Будут показаны свалки новых авто и, конечно, в описании к видео вы найдете все ссылки и координаты, чтобы проверить самостоятельно. Вы хотите узнать, почему, несмотря на излишек легкового транспорта, производители продолжают усиленно увеличивать темпы производства? И почему новенькие авто стали по качеству и долговечности в разы хуже, чем их предшественники? Тогда смотрите дальше. Нужно и не будет ломаться, скажем так, лет 10, то объемы производства будут снижены в несколько раз, и прибыль предприятия тоже. Поэтому первое, что сделали все мировые производители, просто стали банально делать некачественный товар, который будет ломаться сразу после истечения гарантийного срока, а то и раньше. Причем речь идет даже об элитных марках. На всех заводах есть секретный отдел, который специально рассчитывает основные узлы таким образом, чтобы они выходили из строя именно через определенное количество километров пробега. Такая же ситуация в других индустриях. Например, сравните чайники, которые служат уже лет так 15-20, и тот, который вы купите сейчас. Хорошо, если он прослужит вам хотя бы один год. Но чтобы вся капиталистическая система не схлопнулась, пришлось прибегнуть к еще одной маленькой хитрости – моральное устаревание товаров. Ваш компьютер еще работает, но вот новые игры и приложения к нему уже как-то не особо подходят. То же самое с телефонами, каждый год выходит новый смартфон, и ты должен бежать за новинкой, или отстанешь от жизни. А старые комплектующие к ПК просто несовместимы с новыми разъемами, хотя электрическая совместимость сохраняется. Такое часто делает компания Intel с новыми сокетами и процессорами. Я думаю, вы про это и так слышали. Но разве не выгодно снизить объем производства, сделать качественные, долговечные продукты и при этом поднять цену в несколько раз? Это логика простого обывателя, а там небожители. Вы забываете, что это в первую очередь бизнес. Чем больше ты производишь, тем дешевле каждая отдельная единица продукта и больше маржа. Если вы постоянно повышаете темпы производства, в вас больше вкладываются инвесторы и акционеры. Стоимость акций на рынке растет, и компания продолжает оставаться на плаву. А если темпы производства падают, то стоимость акций идет вниз и уходят инвесторы. И такая ситуация во всех индустриях. Также не забывайте, кто владеет всеми транснациональными корпорациями. Конечно, это банки. А такие центральные банки, как ФРС, могут печатать доллары в неограниченном количестве. Поэтому для них финансовая прибыль не является целью.